оценке того, как в этот непростой период не допустить подрыва. E in secondo luogo per cercare di dare da parte nostra un contributo. Мы, естественно, не могли нарушить основной закон международных отношений, принцип взаимности. И когда Евросоюз ввел свои ограничения, например, на 150, по-моему, россиян, мы поступили аналогичным образом, но в отношении значительно меньшего количества граждан государств Евросоюза. Мы передали этот список по просьбе Евросоюза на конфиденциальной основе, и он немедленно стал предметом утечки в прессу, а Евросоюз, который обычно утечки не комментирует, с радостью его прокомментировал. Так что я здесь тоже усматриваю, знаете, некоторые такие нарушения этических норм. Которые прошли вчера в Италии, и какие, по вашему мнению, последствия этому? Noi stiamo verificando in questi giorni, lo faremo in parte a Roma, in parte a Bruxelles, la disponibilità delle autorità libiche a collaborare, chiedendo anche alle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza, un intervento. La posizione italiana è stata sempre chiara e coerente nell'ultimo anno, non abbiamo mai nascosto le nostre opinioni e le differenze di valutazione, ad esempio sull'Ucraina, ma non abbiamo mai considerato che queste differenze debbano portare a un congelamento dei rapporti tra l'Italia, l'Europa e la Russia. Questo non sarebbe nell'interesse di nessuno. Yes, yes.